зовут меня Оксана Воронина. Мой проект «Херсонские вышиванки». Значит, откуда взялась идея? Я пишу картины и очень хотела, чтобы эти картины можно было вышить на платьях. Также это связано с Херсонской областью. Вот у нас есть в Херсоне, все знают, Черное море. И так надоели вышиванки, которые, ну, как по мне, уже скучные, с маками и так далее, классические. Хотела сделать другие вышиванки, чтобы они были более продвинутые, интересные и разнообразные. Вот эта вышиванка морская. На ней изображены морские коньки, черепашки, водоросли и так далее. Это детская вышиванка. Я начала заниматься шитьем, даже не помню со скольки, наверное, лет с 10. Потом я ушла в продажи 15 лет. Ну, короче, дошла я до коммерческого директора и регионального менеджера. Работала с половиной Украины, занималась бытовой химией. Но так как у меня трое детей, и я поняла, что я хочу быть ближе к семье, а это постоянные были командировки у меня, я решила полностью изменить свою жизнь и заняться, вспомнить о мечте детства и что меня вот вдохновляло в детстве. И вот оказалось, что это шитье, вышивка и написание картин. После того, как я решила закончить свою карьеру в продажах, я пошла и стала в центр занятости. В центре занятости мне предложили стать участницей программы от Международной организации труда. На грантовые деньги я смогла приобрести машину Бразер вышивальную. Она нового поколения и одна из первых в Украине была мне продана. У нее удивительное обеспечение, и благодаря ей я могу свои картины, и еще благодаря программе специальный эндор, я могу свои картины рисовать на ткани.